Путин. Обвинение РФ в отравлении Скрипаля чушь. Москва уничтожила свои запасы химоружия и готова к сотрудничеству в расследовании покушения на российского шпиона, если Лондон проявит заинтересованность. Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления в своем предвыборном штабе, что РФ не причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии, так как не имеет подобных отравляющих средств. Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо, подчеркнул российский лидер. Путин указал, что узнал об инциденте в Салзбери из СМИ, отметив, что Москва, в отличие от западных партнеров, свои запасы химоружия ликвидировала. Что касается этой трагедии, я узнал о ней из средств массовой информации. Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте, отметил он, добавив, что у России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Президент РФ подытожил, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность с другой стороны. Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Салзбери и находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.